О, поймался наконец-то. Хоть кое-как. Сатурн, 7 сентября 2019 год, Харьков, 19:42 по Киеву. Абсолютно чистое небо, ни одного облачка, но трижды проклятая дымка, смог, не знаю, что это такое, но за это лето не было ни дня нормальной погоды без этой дымки. Так мне хотелось поснимать. Сатурн рядом с Луной. Ну никак. Сейчас заползет Луна. О, проявилась. Вчера Юпитер недалеко от Луны был, но тоже так. С этим смогом. Не фонтан получилась съемка. На Юпитере даже рядом с Юпитером галилеевых спутников не удалось поснимать. Так и не сфокусировался фотоаппарат. Так, подожди, а Платона не видно, да? Ты посмотри, какой кратер с правым верхним углом, прям как свежий, белый, и лучи расходятся, как будто он недавно туда бухнулся. Почти 400 тысяч километров сейчас до Луны. Ладно, сейчас попробуем на Юпитер навестись. Может, хоть сегодня поймаем галилеевы спутники.
Ну вот эта дымка не дает фокусироваться. Все время она резкость уходит куда-то. И не поймет фотоаппарат, что от него хотят. Ну вон справа вижу Ганимед, спутничек, хоть как-то. Еле-еле душа в теле, что называется. Вот справа он блестит, периодически мигает. Так, спутник его сейчас не виден, он прямо за Юпитером. А слева должен быть виден, видна Европа и Каллиста. Не вижу ни того, ни другого. Ну ладно, господи. На нет и сюда нет. Ах ты. Ночная бабочка у меня чуть гнездо не унесла. 7 сентября 2019 год, Харьков.